Темп современной жизни требует все большей автоматизации монотонной работы. Водитель трамвая 20-го маршрута Денис Родионов не понаслышке знает о повседневных заботах, когда дело касается переключения рельсовых стрелок. Раньше этот процесс сопровождал его на протяжении всего рабочего дня. На одном из самых оживленных перекрестков города, пересечении Новосадовой и Нововокзальной, изменить направление движения трамвая было особенно проблематично. Но все изменилось, когда появились автоматические стрелочные переводы. Приходилось переходить дорогу. И машины брызгают, и грязно было, а это все автоматически переводится удобно. И не надо оставлять трамвай. Перевод стрелок на трамвайных путях по старой методике в Самаре постепенно уходит в прошлое. Если раньше водителю приходилось останавливать подвижной состав и вручную переключать стрелки ломом, тем самым теряя время, то теперь достаточно нажать на одну пусковую педаль. Пантограф, установленный на крыше трамвая, фиксирует поступающий ток и направление движения изменяется. Его можно увидеть на уличном светодиодном мониторе, который располагается рядом с линией электропередач. Если водитель жмет на педали, идет подача тока, тогда происходит переключение стрелки. А если он в нужный момент на педаль наоборот не нажимает, то стрелка остается не переведенной, если ему прямо, допустим, надо ехать. На сегодняшний день такая система работает не только на перекрестке Нововокзальной и Новосадовой. В 2018 году на пересечении улиц Ташкентской и Московского шоссе провели комплексный капитальный ремонт трамвайных путей. Заменили рельсы, шпалы и заодно модернизировали систему переключения стрелок. Сейчас она успешно работает в оба направления – и в сторону нового стадиона, и в сторону центра города. Это мы сделали для того, чтобы открыть новый маршрут и связать Безымянку, площадь Кирова, 15-й микрорайон Самара со стадионом Самара-Арена. То есть для нас это уже третий участок. То есть, еще раз повторюсь, это Ташкентская, Московская в оба направления стадион-арена, сам стадион-арена-кольцо и вот перекресток Новосадовая, Нововокзальная. Обновить трамвайные пути города еще на одном маршруте планируют уже в ближайшем будущем. Трамвайно-троллейбусное управление Самары разработало проект по модернизации перекрестка улиц Нововокзальной и Ставропольской. Автоматизированный поворот сделают направо, в сторону Дома печати, а также налево, в сторону проспекта Кирова. Кроме того, предполагается и реконструкция всех остановочных и посадочных площадок. Их сделают удобными для маломобильных граждан. На сегодняшний день проект уже прошел экспертизу, прорабатываются механизмы дополнительного финансирования. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События.